Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, за то, что вы знакомитесь с нами и помогаете. Я благодарю вас и вашу семью за помощь. Я благодарю вашу супругу, что она не прошла мимо. Увидев нас в соцсетях, она рассказала о нас вам. Вы позвонили и передали нам подарок. Моя самая искренняя благодарность всей вашей семье. Доброго вам здоровья, вам и всем вашим родным. Спасибо вам, Газиз, спасибо. Ребята, у нас вот такие новости. Пока делаем каркасы. Вот здесь у нас некуда посадить. Здесь у нас мама. Сейчас, когда мы сделаем вольер, мама будет выходить в вольер. У нас вот здесь в углу, где ведро стоит, у нас будет дырочка. И девочка будет выходить вот в этот вольер. Это для этой мамы. Потом обязательно все это будет еще утепляться и обшиваться. Сейчас это летний вариант и срочный, так как нам необходимо было рассадить куда-то мамочку. Да, деточка моя? Ты моя хорошая. Так, это для мамы. И сейчас, ребята, рядом, вот, рядом мы сейчас сделаем. Здесь у нас будет вторая мама, и здесь мы сейчас сделаем... Только что у нас закончился профиль. Работаем болгаркой, обрезаем, подбиваем. А профиль опять закончился. Друзья, ну как же мне вытянуть эту стройку? Ну, чтобы хотя бы достроиться, а? Хотя бы самое основное сделать. Пожалуйста, помогите. Прошу вас, очень прошу, помогите. Смотрится ведь так красиво все. Но вы себе не представляете, сколько нервов. Сколько отчаяния. Да, мои золотые, мамины, ты красавчик мой. Дяка. Ну да, вот так начинаешь переживать. А они начинают требовать внимания. И хочется улыбаться, да? Мамины, ты мой красивый. Солнышко мое, мамин мальчик, красивый мой. Солнышко, мамино солнышко. Да-да-да, ты такая грозная собака. Ты попрыгушка мой, ты танцовщик у нас еще один. Да, напарник Кимбы. Да-да, мое солнышко, меня возьмите. Маленький мой, красивый мой, мамин. Да, солнышко мое, найдем тебе дом обязательно, ребят. Найдете нашему тигрику дом, а? Пожалуйста, он очень хочет домой. Он добрый, ласковый, хороший, он замечательный. Маленький мой.
Друзья, перед вами наша стройка. Мы ведем ее бешеными темпами, бешеными. Мы сами делаем бытовки сейчас. Это оказалось дешевле. К тому же мы делаем их чуть шире, чем шаблон. И у нас получается просто замечательно. В эту сторону у нас получается 8 вольеров, и в ту сторону 8 вольеров. Плюс дополнительно будут еще по 2 вольера. Мои хорошие люди, миленькие мои, чудесные, замечательные, помогите нам, пожалуйста, помогите нам. Прошу вас. Я не знаю, как вы, а я верю в то, что добро идет по кругу, вокруг нашей планеты. И все оно возвращается. Кому-то быстро, кому-то медленнее. Однажды я уйду. На мое место придет кто-то другой. И я надеюсь, что к этому времени в нашей стране изменятся законы. Я надеюсь, что к этому времени у нас не будет бездомных животных. Я надеюсь, что однажды наверху наступит просветление и примут все-таки закон об обязательной стерилизации. Так, как это сделали в других странах, чтобы избавиться от бездомных животных. Запретили рождение животных, запретили всем на несколько лет. И приюты опустели. Люди разбирали собак из приютов. Я не знаю, как этого смогли добиться другие страны. Но я всем сердцем молюсь о том, чтобы однажды наша Дума приняла закон, защищающий бездомных. Мы словно на войне находимся. Воюем с теми, кого приручили. Воюем с теми, кто спасал веками наши жизни. И никак, никак не проснется душа. Почему мы в школе не введем закон доброты, урок доброты? Почему мы учим труд колотить табуретки? А может быть, вместо этого лучше научить детей любить мир и относиться с уважением ко всему живому? Я не верю, что у нас в правительстве сидят глупые люди. Не верю. Иначе бы их там не было. Только их ум направлен почему-то на что-то другое. И хочется спросить, почему? Почему, поднимаясь чуть выше по лестнице благополучия, люди теряют человечность? Забывают о тех, кто не смог с ними подняться. Забывают о тех, кто оставляет основную группу людей в нашей стране. Я хочу знать, почему? И ответа не нахожу пока. А вы? Друзья, конец мая, начало июня. И в приюте, как всегда, как же, как каждый месяц, самое тяжелое время. Вы делаете невозможное. Вы спасаете нам жизнь все эти годы. И если я о чем-то жалею, то только о том, что ничем не могу вас благодарить, кроме слов. Родные мои, хорошие, добрые люди, спасибо, что вы есть. Пусть ваш дом будет полной чашей. И пусть каждая копейка, что вы отдали от чистого сердца бездомным животным, пусть она вернется к вам десятками тысяч. Спасибо вам. А я желаю вам всем сердцем, всей душой добра. Добра вам, вашим детям. Добра вам. И пусть все беды обходят ваш дом стороной. Спасибо за то, что вы рядом. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы нас не бросаете. Спасибо вам, мои родные. Спасибо за то, что вы смогли сохранить в себе то тепло, милосердие, которое помогает нам жить. Благодаря вам мы живем.